Голос молодежи должен звучать громче и настойчивее, считают в руководстве муниципалитета и всячески поддерживают хорошие инициативы подрастающего поколения. Именно об этом шла речь на встрече главы района Валерия Венцеля с членами молодежного совета Ленинского района. На мероприятии также присутствовали представители общественной палаты и управления образования. Встреча проходила в формате круглого стола, где обсуждались вопросы взаимодействия муниципальной власти и молодежного самоуправления. Вначале подвели итоги деятельности молодежного совета за 2018 год. Во вступительном слове глава муниципалитета отметил важную роль, которую играет совет в общественной и политической жизни Ленинского района. Очень много мероприятий с вашим участием проходило в минувшем году. Я посмотрел, но, честно говоря, так поражен количеством. Я думаю, что это только начало. Опыт у вас есть в проведении мероприятий хороших, и будем усиливать. В прошлом году члены молодежного совета при главе Ленинского района организовали и приняли участие в более чем 60 проектах, в рамках которых было проведено порядка 450 мероприятий. В ходе встречи с главой молодые люди активно обсуждали способы вовлечения в общественную жизнь как можно большего количества активной молодежи. Валерий Венцель отметил, что молодежный совет по сути является кадровым резервом района. Мы в тесном взаимодействии и с молодежным парламентом, и молодежным советом как раз-таки для себя ставим цель, чтобы молодых инициативных ребят вовлечь в наши общие процессы и не только путем участия в тех мероприятиях, да, вот, в которых вы непосредственно принимаете участие, а может быть еще в работе и в обсуждении непростых вопросов, связанных именно с жизнедеятельностью нашего муниципалитета. Также на встрече молодые люди обсудили работу молодежного парламента при Совете депутатов Ленинского района. Глава муниципалитета подчеркнул, что всевозможные заседания и совещания, сколь бы конструктивны они ни были, не должны быть в приоритете. Главное – реальные дела. Давайте так, вот вам задача боевая. Мне на следующей неделе, к пятнице, представить план вашей работы на 2019 год. Помесячно. Каждый месяц, где вы и чем будете заниматься, я его дополняю. Мы садимся, обсуждаем. И после этого вперед к первому отчету, ежемесячно отчитываясь. В заключении встречи Валерий Венцель призвал собравшихся как можно более детально освещать молодежную политику муниципалитета в социальных сетях и на других медийных площадках.